акция. 30% скидка на детскую одежду сезона весна-лето в магазине «Бегемотик». Товары для детей от школьного возраста и до грудного. Невиданный ассортимент игрушек, канцелярских товаров, колясок и самокатов. Майки, платья, куртки, зонтик. Все вмещает «Бегемотик». Мама, экономь рубли! «Бегемотик», приходи! Магазин детских товаров «Бегемотик» в Пушкино ждет вас в микрорайоне Дзержинец. Мособлъеирц. Оплачивайте жилищно-коммунальные услуги по единому платежному документу без комиссии удобным для вас способом. Московский областной единый информационно-расчетный центр. Удобно и прозрачно. Здравствуйте, в эфире Пушкинское телевидение, наши новости, в студии Инна Полуянова. Смотрите сегодня. Проблемы производства. По просьбе жителей глава района осмотрел завод «Росдормаш». Мусор не бросать. В городе продолжаются работы по благоустройству. Молодые новаторы. Репортаж о детской театральной студии «Грим». С 1 января 2015 года на территории Московской области вступил в силу закон о благоустройстве. Борьба с мусором и приведение территории в порядок ведется во всех муниципалитетах Подмосковья. Пушкинский район не исключение. Только в одном городе Пушкино насчитывается несколько десятков стихийных свалок. Анастасия Спирина посетила микрорайон Мамонтовку и готова поделиться впечатлениями. Поэтому вот эти навалы мусора несут на наши контейнерные площадки, не оплачиваются, не хотят оплачивать. Как они нам говорят, что мы ввозим мусор в Москву. Но это, конечно же, смешно это слышать. И сейчас мы работу эту усилим по договорам на вывоз мусора частного сектора. Будем проверять эти договора. Будем заставлять привлекать Госсанитехнадзор, который будет привлекать к административной ответственности. Только совместная работа наша с жителями сделает наш город чистым и красивым. Любите свой город, берегите и уважайте труд наших коммунальных служб, которые наводят порядок в городе Пушкино. В Мамонтовке неприятный запах исходит не только от свалок, но и с территории завода «Росдормаш». Глава района Александр Тропин лично посетил предприятие и пообщался с его руководством. Подробности встречи в нашем сюжете. Где-то пахнет краской. Давайте, да, вот где пахнет, сюда и пойдем. Ну, если бы было бы нечестно. Мы фильтруем не выхлоп, а приточный. То есть если что-то уходит, то оно уходит просто так. Вот отсюда то, что да. Сейчас мы стояли, там запахи, вот они вылетают. Ну, да. Но запах есть, я не скрою, запах есть. Насколько он допустим, разберутся, наверное, экологи. К экологам мы обратимся для того, чтобы еще раз провели проверку, чтобы людей успокоить. Да не, понятно,
пес, к сожалению, загружен процентов 15%. А могли бы выделить весь поселок? Сейчас один котел работает, да? Один на 15% мощности. Если, в общем-то, ситуация в стране в этом плане изменится, мы с удовольствием вернемся к своему профилю. Если у нас пойдут реальные большие заказы, мы закупим все новое. Угу. Площади у нас все в хорошем содержании, в хорошем состоянии. Мощности есть, да? Мощности есть, угу. Да. У нас две трансформаторные подстанции. В чем причина, почему люди все-таки жалуются? Совершенно правильно ваш вопрос и правомерный ваш вопрос в том, что экологические нормы мы должны соблюдать. Но проверки, проводимые на предприятии, не выявили каких-либо нарушений со стороны нашего предприятия. Порядка 600 человек работающих. Представляете, это налоги, это заработная плата, это НДФЛ, это рабочие места. Конечно, польза есть большая, тут несомненно. Другой вариант, можно выгнать всех из города Пушкина, можно выгнать из Пушкинского района, на что будем жить? Репертуар и творческая деятельность детской театральной студии «Грим» известны далеко за пределами Пушкинского района. Этот коллектив – участник многих фестивалей и конкурсов. Как сегодня живет «Грим», расскажет Алена Якубовская. Сейчас треугольники и сказочки. Готовы? А сейчас попробуем с музыкой. Ты готовы? Есть такие участники коллектива, которые год позанимались, потом не стали ходить. Есть, которые преданы 6 лет, есть, да, так скажем, наши старички. И вначале, ну, это было человек всего, может быть, так скажем, 18. И вообще вот эта цифра 18-20, она всегда как бы меня преследует, наш коллектив. И меньше вот не бывает, и больше не бывает. Когда я переезжала из Екатеринбурга в Пушкино, мама захотела, чтобы я на какие-нибудь кружки пошла. Мама заметила то, что я хорошо играю в театре, я в стадике в главных ролях выступала, и она меня решила сюда отправить. Я буду заниматься вокалом, пойду больше на сценическую речь и еще, естественно, на хореографию, потому что это тоже очень важно. У меня никто не сидит просто на репетиции или просто там делает чай или гладит костюмы, то есть все равно я стараюсь их, чтобы они все были задействованы, поэтому наши спектакли, они массовые. Я их оставляю, но они все равно под моим присмотром, грубо говоря, там я везде камеры, жучки расставил, то есть все равно я за этим наблюдаю, но они сами копаются, сами ищут, сами у них начинает работать голова, и это в дальнейшем им должно помочь, и сейчас помогает, и вообще актер, я считаю, он должен быть самостоятельным. Я придерживаюсь тому, чтобы все-таки актер не только выполнял то, что говорит режиссер, чтобы он мог внести еще свое. Николай Анатольевич меня всегда понимает. Если я делаю какие-то ошибки, он мне все объясняет, что это я могу понять. Прекрасный человек, замечательный. Веселый, добрый, энергичный, хороший педагог, преподаватель. Умеет указать на недостатки в нужных. Так, умеет и похвалить, если что-то делается хорошо и правильно. То есть он такой хороший, действительно, педагог. И как человек тоже хороший. Первый спектакль это был «Муха-цикатуха». Если сравнивать вот «Муху-цикатуху» и что сейчас, там, например, спектакль «Золушка» или «Снежная королева», это просто небо и земля, а вот, потому что это были такие вот первые шаги, и все это было так настолько так неуверенно.
такая вот удача нам улыбнулась. Сразу первый фестиваль и сразу вот гран-при. А в дальнейшем мы занимали места. Конечно, это уже были не гран-при, это были второе место. Мы всегда получаем призы в номинациях за хорошие костюмы, за сценографию, за современное решение, техническое решение спектакля. Ребята готовили рефераты и доклады на тему, какие театры есть в Москве, а на тему, какие есть режиссеры. На этом выпуск новостей подошел к концу. Сразу после короткой рекламы предлагаем вашему вниманию документальный фильм о ветеранах Пушкинского района, снятый нашей студией в преддверии Дня Победы. Я с вами прощаюсь. Удачной вам рабочей недели. Было холодно. Но вот с появлением вашего предприятия в городе стало намного теплее. Поэтому спасибо. В добрый путь. Что бы я хотел как пациент, да, прийти в клинику, чтобы меня встретили хорошо, чтобы я прошел без очереди в кабинет, чтобы было это все недорого, чтобы мне оказали услуги те, которые я бы хотел. И я стараюсь сделать вот в этой клинике, и вот есть еще у нас несколько объектов в Пушке, в Ивантеевке, во Фрязино. Мы стараемся сделать так, чтобы все пациенту все было удобно. УЗИ-аппарат действительно он современный, он многофункциональный, то есть практически кроме гинекологии здесь можно посмотреть все другие органы, включая сосудистую систему, УЗИ органов брюшной полости, малые органы, щитовидную железу, предстательную железу, почки, то есть практически все, что существует в человеческом организме, мягкие ткани. Руководители этого учреждения покупали медицинское оборудование, само по себе эксклюзивное. И умение работать на этих аппаратах – это и есть, собственно говоря, эксклюзивная ситуация. Вот. Я сожалею, что об этом говорю, но не в каждой муниципальной поликлинике есть такая аппаратура. И не все доктора, к сожалению, умеют работать на этих аппаратах. У нас есть полный спектр всех новомодных услуг в этой сфере. Вот. Мы хотим делать наших женщин и мужчин очень красивыми, чтобы они ходили к нам почаще, потому что человек ухоженный, очень приятный в обществе. Вот. И у нас очень демократичная цель. Здесь ранее был салон красоты «Аннабель». Мы его реанимировали, вложили деньги, купили хорошее оборудование, специалистов нашли. И вот с сегодняшнего дня вот этот салон и медицинский центр в городе Пушкино будут работать. В преддверии вот как раз этого праздника, наверное, про ветеранов мы сказали, готовы взять
на обслуживание, на специальное обслуживание ветеранов войны. Я думаю, что это можно сделать даже бесплатно за наш счет и оказывать качественные услуги тем людям, которые подарили нам жизнь.